Приятно прогуляться по благоустроенному скверу, аллее или парку, но чтобы привести в порядок общественное пространство, нужно достаточное количество денег, качественные материалы и в наше время честность. Этого качества не хватает двум ульяновским компаниям, по мнению прокуратуры. Аллея ветеранов, бульвар Фестивальный, парк «Новое поколение» и сквер «Средний Венец» настойчиво требуют преображения. Стоимость работ оценили выше 53 миллионов рублей. Чтобы заключить 3 контракта с фирмой «Регионстрой», компания «Стройзаказчик» подделала документы, считает надзорное ведомство. По материалам прокурорской проверки возбуждены 3 уголовных дела, которые в настоящее время находятся на расследовании. Результаты расследования уголовных дел взяты прокуратурой района на контроль. Нет подтверждения опыта работы, поддельные документы – главная претензия к «Регионстрою». По информации прокуратуры, компания открылась накануне 2020-го и не успела наработать необходимое портфолио. Как аргумент – жалобы на выполнение работ в сквере у концертного зала «Современник». По словам экспертов, подрядчик якобы деньги получил, дело не доделал. У представителей компании свое видение ситуации и позиция. Документы не подделывали, в электронном ресурсе произошел сбой, не подгрузились нужные бумаги. Информация по исполненным контрактам организации, она имеется в свободном доступе на сайте, да, единой информационной системы, то есть по поиску в реестре контрактов по 44-му федеральному закону, вот, можно ввести ННН организации и получить полностью все исполненные действующие контракты по фирме. Проверить не успели, доверились сразу после электронных торгов, утверждает заказчик работ. При этом в 2020 году с этой компанией у них уже были общие проекты. В настоящее время по заявлению прокуратуры в добровольном порядке расторгнуты данные контракты и заново поставляются на торги данная работа. Электронный аукцион завершится в апреле, и как только сойдет снег, новая строительная компания приступит к преображению общественных пространств. Сквера «Средний Венец», «Новое поколение», «Аллея ветеранов». Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73.